Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Модельний бізнес у Дніпрі. Чому дівчата натрапляють на сумнівні агентства і куди звертатися, якщо у вас є всі дані, сьогодні будемо розбиратися разом з нашою гостею. Я рада вітати у нашому прес-центрі моделі з Дніпра Наталія Безпала. Наталія, я вас вітаю. Будь ласка, даю вам слово, розкажіть про свій досвід, про те, куди звертатися дівчатам і що робити, аби не скоїти помилок. Хорошо. Всем здравствуйте. Еще раз повторюсь, меня зовут Наталья Беспала. Сегодня хотелось бы немножечко рассказать про свой опыт в модельной деятельности, возможно, какими-то фрагментами из этой истории, да, какими-то моментами я кого-то либо вдохновлю, либо чем-то помогу. Ну, мое знакомство с моделингом, можно так сказать, началось в 2015 году, когда была первая такая более серьезная фотосессия. Моя знакомая фотограф, она на то время только начинала практиковаться, ей нужно было нарабатывать портфолио. Она взяла в аренду красивое розовое пышное платье, мама мне сделала макияж и прическу, так как она у меня визажист, помимо всех остальных профессиональных навыков, будем так говорить. И у нас получились довольно-таки классные, качественные снимки. После этой фотосессии эта же фотограф предложила мне отснять одежду для одного бренда. Я уже сейчас не помню название бренда, но даже если я не ошибаюсь, это было на условиях ТФП, то есть мне за это не платили, но для меня это было нечто новым, это был новый опыт, мне хотелось попробовать, и это было круто. После этого опыта я набиралась благодаря конкурсам по визажу, мама мне начала брать моделью, и стоит отметить, что это немножечко отличительный сектор моделинга, да, потому что быть моделью на конкурсе по визажу, это подразумевает длительную подготовку перед самим конкурсом. То есть мастер подготавливает образ. Ну, по крайней мере, в нашем случае мама сама делала все образы, все платья, то есть у нас были довольно такие частые примерки. Потом визажист должен создать эскиз макияжа и должен его репетировать, отрабатывать на лице модели, чтобы успеть сделать его в нужный срок, по нужному таймингу, будем так говорить, то есть это тоже были довольно-таки длительные моменты подготовки. На самом конкурсе, ну, как бы там казалось, да, там тебя накрасят, ты посидел и потом постоял, красиво преподнес образ, судьи посмотрели, оценили, вроде бы все легко, но как минимум трудности случаются, и вот я помню, на одном из конкурсов нам для образа нужна была подходящая обувь, и эта обувь была подходящая моей сестры, но у нее 37 размер, а у меня 40. То есть мне было очень тяжко, и именно на этот конкурс судьи почему-то очень долго ставили оценки, рассматривали образы, то есть это длилось очень-очень долго и очень тяжко. У меня очень сильно затекали ноги, и минус в том, что ты даже не можешь ни походить, ни пошевелиться, ни сесть. И, ну, это говорит о том, что за любой красивой картинкой, за ширмой кроется тыльная сторона со своими нюансами, со своими недостатками. Также где-то лет в 15-16 у меня был первый опыт показов. Я подала анкету на мероприятие, которое проводится у нас в Днепре. 3 дня проходят показы, приезжают дизайнеры, презентуют свою коллекцию. Моя родственница была, ну, и знакома с организатором данного мероприятия, то есть как бы мне сказали, что туда можно идти, там как бы безопасно, все окей. И получается, я заполнила анкету, пришла на кастинг, мне сказали, что у меня с походкой, в принципе, все в порядке, но нужно посетить пару занятий, чтобы немножко подрихтовать какие-то недостатки. И я походила буквально 2 занятия, мне указали, где я что делаю неправильно, на чем мне стоит делать акцент, и, в принципе, я участвовала на этом мероприятии, по-моему, 3 раза подряд, вот как оно проводилось. Ну и помимо этого, также у меня есть опыт и во многих других показах, и также я за моим плечом, да, у меня на опыте очень много различных фотосессий. И тоже по поводу трудностей следует отметить, что не всегда все происходит в комфортных условиях, не всегда все происходит по маслу, да, вот я помню тоже по поводу размера ноги у меня, это проблема какая-то, была фотосессия, и как там, ну, взяли ботфорты не подходящего размера, у них был только 39, но в 39 бы я влезла, а они взяли 36-37 размер.
И я помню, как, ну, это надо было просто отдельно снимать, как я в них впихивалась, и как потом я держалась за стул, и два человека стягивали с меня эти ботфорды. Я в них полностью даже не влезла, у меня торчала нога, они не застегивались, и нам пришлось скотчем их обклеивать, потому что нужно было их отфотографировать для коллекции, нужно было их показать. Ну, многие могут сказать, что вот... Ну, а что здесь такого? Всякий может. Я даже вот ради интереса у себя на страничке проводила опрос среди своих подписчиков, как люди считают, моделинг — это легко или это трудно. Большинство ответило, что это тяжело, но некоторые люди, и, к сожалению, было не так мало, ответили, что это легко. Помимо там каких-то, да, инцидентов с обувью, тоже у меня было на показе, мне дали 37 размер, я должна была, у меня было два моих выхода основных и третий общий, я должна была проходить в 37 размере, и как бы, ну, ты не можешь не поплакаться, не можешь не отказаться, потому что, ну, другого варианта нету, все, это была единственная обувь такого вот размера. Помимо этого... Были у меня такие периоды, когда часто, ну, было много каких-то фотосессий, показывать не за одним, приходилось часто наносить макияж, часто делать прически, это тоже все сказывается, кожа загрязняется, волосы тоже сушатся, потому что не все мастера, к сожалению, тратятся и портят деньги на термозащиту и там какие-то более дорогие средства, особенно если это показы, и когда мастеру нужно сделать там за 20 минут 10 девочек, да, то есть там есть, ну, разные многие нюансы. И, наверное, те люди, которые ответили легко, они просто ни разу не сталкивались с подобными ситуациями, и у них не было это на собственном опыте, потому что на самом деле не все так просто, не все так легко. Да, картинка красивая, но за ширмой кроется некий дискомфорт. Не всегда, но он присутствует, и, наверное, не каждый, не каждая смогли бы выдержать, а многие бы сказали, да зачем мне это нужно вообще, что я буду терпеть что-то там, да чего, что я не могу так работать. Вот, по поводу, хотелось бы сказать вообще по поводу... модельных агентств в Днепре. У нас очень много их открылось, и, к сожалению, большинство из них можно назвать как бы мутными. Много сейчас возможностей в интернете, Инстаграм, находить красивые, интересные лица, и многим девочкам пишут в сообщениях, что нас заинтересовала ваша внешность, вы там уникальны, у вас там будут бомбические перспективы, приходите к нам. И, к сожалению, девочки, особенно подростки, очень могут вестись на вот эти вот эмоциональное влияние, вот такое, что «Ой, мне написали, я уникальная, я красивая, я могу стать мировой моделью». Могу сказать то, что многие модельные агентства, если вообще не все, они предоставляют для нулевых девочек услуги модельной школы за энное количество денег. То есть там преподают и уроки фотопозирования, дефиле, читают лекции визажист, стилист. У каждого по-разному, но плюс-минус они все похожи. И после этого девочка может потратить деньги, отучиться в школе, да, все будет окей, но потом она будет сидеть сложа руки, потому что просто не будет заказов. Либо эти заказы будут, но их будет настолько мало, что она просто будет жалеть о том, что она реально потратила эти деньги, и за то, что она потратила время именно на это агентство. Поэтому, чтобы не попадать в такие ситуации, если тебе написало агентство, нужно относиться к этому ответственно и просматривать, сколько лет этому агентству, сколько лет оно уже на рынке, кто основатель, и осознавать этот основатель. Его узнают в кругу определенных людей, в кругу определенных брендов, организаций, людей, которые организовывают сами мероприятия. Просматривать, насколько известно само агентство локальное, если мы берем, да, в Днепре, смотреть, с какими брендами они вообще сотрудничают, как часто девочки, их модели ходят на съемки. То есть это все нужно очень хорошо прослеживать, все очень хорошо смотреть, потому что как минимум человек, которого не знают в определенных кругах людей, те же самые люди, которые держат определенные бренды, организаторы, они просто не обратятся к человеку, которого они знают. Они будут обращаться к тем людям, которые держат базу и этих людей знают, и будут обращаться за рекомендациями к ним и за услугами, да, в модельной сфере к ним, чтобы брать девочек на съемки, на показы и так далее. По поводу девочек, которые хотят
идти модельное агентство для дальнейшей работы на заграничные контракты. Лично я хочу выделить тот фактор, который, к сожалению, многие закрывают на него глаза, это юридическая безопасность. И мне кажется, что у нас в Днепре мало у каких агентств, если есть вообще такие, не знаю, не буду вот говорить точно, которые могут предоставить юридическую безопасность при работе за границей. Да, это круто, когда там тебе предлагают работу за границей, говорят, а там Маша, Таня, Юля поехали, поработали, деньги заработали, вернулись, все хорошо. На самом деле это, грубо говоря, похоже на определенную русскую рулетку, потому что у тебя нет никаких гарантий. Ты можешь поехать, и может что-то случиться. Если модельное агентство не предоставляет тебе никакой юридической безопасности, то тебе никто не может помочь. Даже если у тебя есть какие-то связи здесь, там, в Днепре, то там тебе не помогут, потому что, как минимум, это чужая страна. Ты ничего не сможешь не доказать. И, к сожалению, вряд ли тебя кто-то сможет вытащить. Я считаю, что личная безопасность, уважение к себе должно присутствовать, и любовь к себе должна присутствовать, и желание получить деньги не должно преобладать над этими качествами. Потому что, девочки, безопасность превыше всего, особенно когда это идет о заграничных контрактах, и вы едете в чужую страну. Я вот даже могу привести пример. Когда вот я только начала всем этим интересоваться, мне тоже писали какие-то агентства, и в одно агентство меня пригласили на собеседование, и я пошла с мамой. И хочу тоже сказать девочкам-подросткам, чтобы они не стеснялись брать маму, папу, либо сестру старшую, либо с кем у вас хорошие отношения, со взрослыми людьми. Потому что, как минимум, да, мы все считаем, и все так считали, что да, мы там в 15 лет самые умные, самые там осознанные, но когда ты приходишь в свои 15-16 лет сама модельная агентство, на тебя очень легко надеть розовые очки, нарисовать тебе замки, картинки красивые, пообещать тебе перспективы, замылить все это, и ты, к сожалению, не всегда сможешь это фильтровать. Но когда ты приходишь с человеком, со старшим человеком, то сразу это эмоциональное давление, оно отсеивается, немного отходит на задний фон. И представители модельного агентства, если это модельное агентство мутноватое, они не будут это все делать, и как минимум, вот мы приходили в одно модельное агентство, мне там тоже рассказывали что-то, вот, давайте, все за границу. Мама спрашивает, а какую вы безопасность на дальнейшие там заграничные контракты предлагаете моделям? А опа, у них никаких гарантий нету, и скорее всего, что они неофициально-то работают. Есть другая, вот у меня есть другой пример, я сотрудничала с киевским агентством, и вот мы тоже туда с мамой ездили на собеседование, мама тот же самый задала вопрос, и нам предоставили, что да, у них есть все документы, они предоставляют юридическую безопасность, то есть все это есть, и я считаю, это реально, это очень важно. Также важный фактор, на который стоит делать акцент девочкам, это отношение модельного агентства и представителей модельного агентства к самой модели. Есть вот ты пришла, они, это мы тебя нашли, мы здесь говорим как нужно, ты, девочка, просто делай. То есть вот такое пренебрежение, это тоже стоит оценивать, на это тоже стоит обращать внимание, потому что, как пример, вот когда приходила с мамой в Днепровское, это вот модельное агентство, как бы у моих родителей, да, в приоритете, и как бы одним условием было то, что учеба на первом месте. Моделинг хочешь, да, хорошо, но давай так, чтобы это не было в ущерб каким-то основным занятиям. И в том Днепровском агентстве начали говорить, да вот, что там та учеба, что там в школе получишь, нужно ехать за границу, нужно деньги зарабатывать, вот дочка придет, вам деньги там принесет, мама говорит, а ну я и сама могу деньги заработать, как бы мне важно немножечко другие вещи. В киевском агентстве, когда мама озвучила эти условия, что как бы беспокоит то, чтобы это не было в ущерб учебе, в киевском агентстве отнеслись к этому с уважением, и они сказали, что они могут подобрать мне контракт на лето, чтобы это было не поперек моей учебы. Потом второе, я начала сомневаться, к сожалению, я на тот контракт, который мне предложили, не поехала, но я сомневалась, потому что как минимум все заграничные контракты идут от 2-3 месяцев, потому что ты просто за меньший срок ты не отобьешь процент, ты не заработаешь каких-то денег. Я как-то так вот менжевала, что вот как бы 2 месяца так долго, а вдруг не смогу, а вдруг не получится, вдруг там не справлюсь, эмоционально тяжело будет. И мне подобрали вариант
они договорились с греческим агентством, чтобы подписать контракт на месяц. Меня предупредили, что ты можешь не заработать никаких денег, скорее всего, что так будет, потому что за месяц ты только начинаешь расчехляться, ты только там ездишь по кастингам, тебя запоминают, тебе потом рекомендуют на другие съемки, то есть это довольно-таки длительный процесс, и вот первый месяц это больше как адаптация идет. Меня предупредили, но они были готовы пойти на эти условия, да, они готовы были учесть мои приоритеты, да, мои ценности, и это на самом деле, это реально, это очень круто, это стоит учитывать. По поводу сообщений, которые тоже сейчас приходят многим девочкам, а-ля модельные тусовки, тоже, где обещают там классные, красивые суммы, и тоже часто пишу девочкам-подросткам, потому что опять-таки же им легче навесить всяких красивых слов, красивых историй, перспектив. Лично мое мнение... Ну, я не собираюсь никого упрекать или кого-то осуждать, у каждого своя жизнь, свои принципы, свои взгляды. Лично я не считаю заработанные деньги таким путем, и такой труд, это не, ну, я даже не могу назвать это трудом лично, я не считаю это тем, за что стоит гордиться. Стоит гордиться за то, что я отработала на фотосессии, и я сделала такие крутые снимки, что потенциальный потребитель, листая ленту в Инстаграм какого-то бренда, он скажет: «Вау, это так круто выглядит, я это хочу». Или когда я отработала на показе и прошлась так, что я, человек, там, девушка увидела платье и сказала: «Вау, я хочу выглядеть так же, как она выглядит в этом платье, это выглядит божественно». Вот это да, вот это отработало профессионально. Это я считаю тем, чем стоит гордиться, потому что если... брать момент легких денег, которые, в принципе, ну, плюс-минус существуют везде, а особенно про легкие деньги и заработок этих легких денег не очень с хорошей стороны, да, особенно в модельной сфере. Про это были слухи, есть это и было, и будет, наверное, всегда. Так я вот не за то, чтобы поддерживать негативные стороны, негативное восприятие моделинга через вот эти вот моменты. Я за то, чтобы нести себя как не модель, а-ля вешалка, как вот грубо называют, знаете, или девочка, с которой после показа можно поразвлечься. Нет, это не про то. Это не про то, и я хочу... чтобы большинство девочек несли себя, если они собираются связывать свое занятие, свою там жизнь, да, там, или там хобби именно с этим делом, чтобы они несли себя как «я модель, а я личность». У меня есть свои принципы, у меня есть свои рамки, у меня есть чувство собственного достоинства. И в первую очередь это говорит о любви и отношении к себе. И знаете, есть, как говорят, есть правильный путь, а есть легкий. И в первую очередь вот это вот чувство собственного достоинства, то, что я знаю, что я буду в любых кругах людей находиться после тех же самых, да, там показов или там после съемки, или общаться с людьми, там с работодателями, да, там с людьми, которые держат бренды, с организатором, я буду знать, что моя репутация не запятнана, я буду знать, что я прихожу, и ко мне относятся с уважением, говорят: «О, а мы ее знаем, и мы ее уважаем, потому что она уважает и ценит себя». А девочки, которые идут на более легкие пути и для меня негативные, которые, да, которые относятся для меня немного... Ну, я это не принимаю. То тут вопрос, а какая там любовь к себе, какое там уважение? И как ее будут воспринимать, когда она будет появляться в тех или иных кругах? Как с ней будут общаться, как с ней будут себя вести? Поэтому мне очень хочется, чтобы молодые девочки, особенно девочки, у которых только формируются какие-то взгляды на жизнь, взгляды на себя, чтобы именно, если ты собираешься быть моделью, чтобы ты несла это достойно, чтобы это было не амплуа просто, чтобы это было искренне, чтобы это было любовь и уважение лично к себе. Наталія, ми вам вдячні за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про модельний бізнес у Дніпрі. Ще раз вам дуже вдячні. Зрозуміло, що дійсно у цій професії дуже багато нюансів. Дякуємо за таку настанову для дівчат, які збираються з цим пов'язувати своє життя. З нами була модель з Дніпра Наталія Безпала. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!